Кто ответит за подмену говядины кониной в Великобритании? После обысков на предприятиях, в супермаркетах, школьных столовых и частных домах полиция арестовала двоих человек по подозрению в мошенничестве. Детали операции пока держат в секрете. Напомню, мясной скандал разгорелся на Туманном Альбионе и в других европейских странах полгода назад. В ряде продуктов под видом говядины продавалась конина.